В известном детском центре «Орленок» закончился 13-й Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Нашу республику там плодотворно представляла дежурка – клуб юных журналистов Сыктывкара. Работы ребят мы периодически показываем в студии 11. И приятная новость. Дежурка привезла в республику несколько именных дипломов первой и второй степени за активную работу на форуме, а также диплом победителя Всероссийского конкурса «Объектив Победы» от Музея Победы за ролик «Спасибо». Святослава Бобрецова и Дамира Серкова. Внимание! На ваших экранах ролик-победитель!